Ребят, слушайте, он точно, он клянчит еду. Он разумный, но они умные. Если здесь не кормят, то... Ну, наверняка кто-то из туристов подкармливает. Что бы он стоял так, знаешь, она смотрела, показывала, просто, без всяких веток, просто открывает вот так. Он такие ветки, неужели он переваривает? А может, это просто спектакль, чтобы ему дали нормального банана. А, да, и яблочко. Most of the time we use the very good on smelling, so we use the nose for most people. Like from here, you can get the smell of us through the, if the wind is blowing to that direction, you already have the smell of us. But usually, so the legs are with like shock. Thank you.
the main.